Ульяновская область – многонациональный регион. Здесь проживает более 120 национальностей. О работе национальных автономий говорили на заседании Совета по взаимодействию с религиозными организациями и национальными автономиями. Оно прошло впервые за последний год. Работу заседания возглавил временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских. По мнению президента, именно духовно-нравственные ценности, веками находившиеся в основе национальных культурных традиций, сделали нас сильнее. И эти ценности мы всегда должны отстаивать и защищать. Я рад отметить, что именно так и живет Ульяновская область. И уже от нас с вами зависит, как сохранить и передать будущим поколениям то, чем по праву гордимся. На встрече с представителями духовенства и лидерами национальных автономий Алексей Русских объявил, что 20 мая регион впервые будет отмечать День дружбы народов Ульяновской области. Этот значимый для области праздник ранее отмечался 30 июля. Однако по единодушному решению Совета празднование совместили с Днем Волги, берега которой заселены представителями разных национальностей Поволжья. Одними из значимых совместных мероприятий, запланированных в 2021 году, является общероссийское празднование 800-летия со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского, поскольку именно он является символом единства и образ веры. Епархии переданы книги о святом князе Александре Невском всем библиотекам Ульяновска, школьным, муниципальным и городским, всего 114 библиотекам. Духовенство епархии совместно с Министерством образования и науки в течение всего года участвует в организации классных часов, во встречах с учащимися средних и старших классов школ в рамках факультатива «Нравственные уроки подвижников Руси». Ранее также при поддержке Симбирской митрополии было освящено место под строительство храма имени благоверного князя. А в декабре в Ульяновске прошел региональный этап международных рождественских образовательных чтений, посвященных осмыслению личности святого в историческом и духовном плане. В продолжении заседания лидеры национальных общественных объединений области рассказали о своих проектах и предложениях. Для нас грантовый конкурс объявляется, мы ежегодно выигрываем в национальности. Мы, например, в этом году проводим на этот грант Сабантуй, который пройдет 6 июня. И мы приглашаем, пользуясь случаем, всех на этот татарский национальный праздник. В прошлом году, к сожалению, не смогли мы проводить по известным причинам. И хотелось бы в этом году уже провести на уровне этот праздник. Также исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Александр Костомаров предложил выделить дополнительное финансирование на проведение традиционных национальных праздников. Идею поддержал глава региона. Ирина Антонова, Владимир Куликов, Улправда ТВ.